На стройплощадке малых ГЭС побывал и заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. С рабочим визитом в Карелию он прибыл на этой неделе. Также руководитель рабочей группы по подготовке к столетию республики посетил Беломорский район, где идет строительство павильона над группой петроглифов «Бесовы следки». По словам рабочих, крыша над уникальным культурным памятником появится в ближайшее время. Для повышения туристической привлекательности объекта планируют установить защитные экраны вдоль дороги от Выгострова в сторону Беломорска. Подготовка всех комплектующих изделий займет 21 день, а значит, к работам приступят уже в начале августа.